Цирк ТВ. Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Спунчик. И я уже прошел эту игру, у меня была уже записана серия. И когда я ее хотел смонтировать, то оказывается, она почему-то записалась без звука. Я бы мог ее по второму разу пройти, как у меня обычно это бывает. И с того места вам показать, но то место просто меня вымораживало. Из-за того, что там, чтобы пройти один момент, нужно было призвать своего двойника-демона. Он сможет проходить сквозь барьеры и уничтожить там какую-то фигню. И в этот момент, когда ты его призываешь, он начинал лагать, и он не входил обратно в человечью форму. Из-за чего я не мог никак пройти дальше. Каким-то чудом я прошел этот баг и начал дальше записывать серию, но записалась она без звука, так что единственное, что я смогу вам показать, это финал. И все. Там как бы все равно особо-то ничего интересного не было. Не знаю, единственное, наверное, только что интересное можно было посмотреть на тот момент, это как я бесился из-за того, что у меня ничего не получалось. Как он там лагал и все остальное. Босс на самом деле простой, единственное, что надо, это ждать, когда он опустит свою руку, а в этот момент, когда он начинает стрелять, просто отъезжай сюда, и он не наносит урона. Я там, кстати, что там примерно прошел-то? Я после того, как пролетел на этом драконе, попал каким-то инопланетянином, вот как раз-таки где и были эти барьеры, где надо было их проходить с помощью моего демона, второго я. И еще там были пираты. На этом летающем корабле. Мне еще дали на этом полетать. Как вам? На ковре-самолете, с которого стрелял плазмой. Это, наверное, единственное, что было интересно вот за все эти локации. Так, все остальное было то же самое, что я проходил до этого. Да ладно, даже музыка закончилась. Никто не ожидал, что я буду так долго бить этого простого босса. Ну а что я могу поделать, если по нему урон не проходит? Во, все, наконец-таки я его убил. Привет, ма. Я на пути домой. Скоро буду. Торопись, засранец. Тебе еще нужно завтра в школу. Вот и вся концовка. И больше даже после титров ничего нету. Это, кстати, было обидно. Я так старался, так проходил эту игрушку. Даже сквозь баги. И пришел всего лишь к этому. То, что ма... Я скоро приду домой. На самом деле, какая-то странная игрушка. Не знаю, сделали бы так, что он какой-то псих, у него раздвоение личности, и он там в конце переубивал кучу народу. Его мать давно умерла, и то, что он получает от нее сообщение, это тоже его всего лишь глюки. Конечно, банально, заезжено, но хотя бы было поинтереснее. Всего лишь пару строк написать и немножко, сколько мне хватило это придумать. Ну, пока я проходил эту игрушку, такие мысли ко мне приходили, что такое с ним происходит. Ну, я не просто катался на скейте. Хотя бы все объяснило, почему вроде город нормальный, как бы вышел из школы, и тут хоп. Демоны всякие повылезали, блин. Попал в ад, в рай к инопланетянам. Но не судьба. Всем спасибо за просмотр, пока.